я слышу нормальный русский язык. Ну, за наши песни, за ваши ходов. Ага. За наши, Саня. Потому что песня без слушателя – это нонсенс. Их есть у тебя. Ну, не нонсенсов, а слушателя. Слушатель, да. Слушатель по имени нонсенс отсутствует как нонсенс. Как нефункциональный. Да, мы его отменяем. Слушай, в натуре автономно, как и было сказано, мы сидим автономно. Но это цветочки.